Всем привет, мои дорогие! Отличного вам настроения! Сегодня у нас новая мотивация на уборку и готовку. Навожу небольшой порядочек на кухне. Первым делом решила отмыть посуду, ну, скажем так, ходовую посуду, которую пользуюсь постоянно. В данном случае это сковорода. На ней я часто и много готовлю. И уже такой жировой налет хорошо прямо въелся, поэтому сейчас вот чищу. Я не буду озвучивать конкретно средства, которыми я пользуюсь. Сейчас их в продаже очень много. На любой вкус и цвет, как говорится, в любом магазине можно выбрать что-то подходящее для себя, то, что действительно понравится. Я, кстати, до сих пор так не могу конкретно определиться с идеальным вариантом. Хорошие варианты чистящих средств есть, но вот прям чтобы идеальные, я так для себя еще и не нашла. Ну вот, кухня более-менее отмыта, теперь можно уже и приступать к приготовлению еды. Сегодня я запланировала приготовить куриные крылышки в маринаде, все подготовила для этого. Рецепт скоро выйдет на кулинарном канале, поэтому если кто-то еще не подписан, подписывайтесь, всем буду очень рада. Забегая немножечко вперед, скажу, что крылышки получаются очень сочными и нежными. Вот как раз-таки очень даже удачный вариант для обеда или ужина. Параллельно также отвариваю борщ. Без первых блюд у нас в семье не обходится. Постоянно готовлю горячее. Как уже рассказывала вам в предыдущих своих мотивационных видеороликах, я готовлю суп, как правило, на 2-3 дня. То есть большая такая объемная кастрюля позади меня находится, почти 5 литров. И вот в ней я и готовлю. Почему почти 5? Потому что я считала, лила туда воду. И получилось меньше 5 литров, хотя вообще по объему кастрюля как бы 5-литровая. Крылышки я буду подавать с картофельным пюре, которое уже приготовлено, и с овощным салатом. Ну а на десертик сегодня решила приготовить банановые оладушки. Дочка подсказала мне этот рецептик, ну и вот сегодня решила его я воспроизвести. Вообще оладьи готовлю часто, их у меня домочадцы очень любят. Но конкретно вот этот вариант делала впервые, и он очень мне понравился. Получается, что внутри оладушек как бы есть начинка банановая. Это очень-очень вкусно, ну и необычно в том числе.
Ну вот и все. Наготовила много всего, порядок на кухне навела. Вот такая у нас сегодня получилась небольшая мотивация на готовку и уборку. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите. Всем желаю приятного аппетита. Скоро увидимся. Пока!